90 лет исполнилось полковнику милиции в отставке Василию Бурлакову. Он проработал в Люберецком УВД более 36 лет, 15 из которых возглавлял его. Почетного гражданина чествовали не только коллеги и бывшие сослуживцы, но и руководство городского округа. Вы замечательный человек, пример для подражания и отношения к жизни, и отношения к людям, и по долгу своей службы. Поэтому вы очень много сделали для Люберецкого района. Символично, что первым обладателем знака отличия «Благодарю» стал именно этот человек. Действительно, есть множество причин сказать Василию Бурлакову это слово. Свою трудовую жизнь ветеран МВД начал с 14 лет. В самый разгар войны, в 1942 году, он работал в колхозе, не покладая рук, а всю дальнейшую жизнь посвятил службе в органах внутренних дел. Был у меня дядя, он дружил когда-то, он в органах милиции был. Не знаю почему или по какой случайности он был уволен из милиции. Так, ну и потом, когда вы вот в беседе, он говорит, до сего я времени сожалею. В милиции я был человеком. Вот эти слова, в милиции я был человеком, так вот это мне запомнилось. Так, ну вот я решил поступить в милицию. С выбором Василий Емельянович не ошибся. Благодаря высоким профессиональным качествам ему удалось пройти все ступени этой нелегкой работы. В середине 70-х, когда Люберецкой милицией руководил Василий Бурлаков, в районе были задержаны и арестованы серийные убийцы. Об этом громком случае сняли документальную программу. Самой ответственной частью своей работы, от которой зависит в целом ее успех, полковник милиции в отставке считает управление личным составом. Если сотрудник провинился в чем-то, так, я вызываю его себе, так, вот, значит, начинаю. Я чувствую, это вот он, я виноват, и ты виноват, виноват. Вот тебе книга, все своей собственной рукой пиши о том, что я совершил тогда то-то, и впредь я больше не допущу. Так, вот так, он писал свою, так, ну, сотрудники прозвали это черной книгой, а его книга, действительно, книга совести, мы ее так назвали, книгой совести. Даже уйдя на заслуженный отдых, Василий Бурлаков не перестал выполнять свою главную миссию – воспитание достойного поколения. Мемориальный комплекс сотрудникам Люберецкой милиции, участникам Великой Отечественной войны, куда в памятные дни приносят цветы и зажигают свечи, открыт под его руководством и непосредственным участием. Луиза Егиазарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.